где получить льготы на оплату коммунальных услуг и кто имеет на них права, как понизить плату за капремонт и зачем каждому гражданину следует иметь на руках договор управления многоквартирным домом. Ответы на эти и сотню других вопросов знает Петр Попов, член регионального штаба Общероссийского народного фронта в Подмосковье. Второй год подряд он проводит для жителей региона семинары по ЖКХ. Мы обновили наше методическое пособие, мы обновили раздаточные материалы, мы усовершенствовали подход проведения семинаров и включили типовые вопросы и ответы на то, что поступало в прошлом году. Проводится она для членов и председателей советов многоквартирных домов, членов и председателей правления ТСЖ ЖСК, активных и неравнодушных граждан, старших по домам и подъездов. Семинар длился полтора часа. Все темы по ЖКХ за столь короткий срок обсудить не успели. Впрочем, ответы на сложные вопросы есть в справочных материалах, написанных на доступном и понятном языке. Методички получили все участники встречи. Обучающие семинары «Все о ЖКХ» проходят во всех муниципалитетах Подмосковья.